Маяк приближается. Это очень страшно и крипово, но непонятно, капец вообще от слова совсем. Ого. Я скибиди унитазом стал. Спускай. Ага. Привет. Витёк здесь, и это фанкейдище. Фанкейд. Фанкаде. Кто-то ее называет. На французский манер. Меня тут подбили на одну вещь, даже не в квесты играть, хотя у нас тут много невиданных игр. Невиданных, я бы даже сказал. У меня какой-то скелетик тут валяется, сердечко и прочее. Очень интересно, что это. Меня тут подбили поиграть в уровни подписчиков. Ну, грубо говоря, тех, кто для меня уровни клепал. Ой. Во. Night at UC VPVP. Итак. Проверяй камеры и следуй за УЦ для Витька Плей. Полная версия. И тут ночи. Я так понимаю, это что-то типа с ФНАФом связанное. Давай посмотрим. Ночь первая. Так. И что мне делать? Ого, маяк. Это что такое за морда? А что делать надо? О, маяк пропал. Что делать? Я прошел. Я не понял, как я прошел, но я прошел. Ночь вторая. Ой, УЦ кто-то откусил. А где это место нахуй? А, я в квартире. Я в каком-то доме. А это из окна дома напротив на меня кто-то смотрит. А здесь ходить-то можно вообще? Нет? Что это за рожа такая? Ё-моё, тут кровища какая-то в ванной. Маяк приближается. Это очень страшно и крипово, но непонятно, капец вообще от слова совсем. Вот это сейчас совсем страшно было. Он пришел ко мне. Что делать-то? А, перепрыгнуть маячки? Run, беги. Бегу. Куда бежать-то? Куда маячки бежали, туда и бежать или что? Точняк. А что такое стрелочка вверх? Ой, это сколько я игроков победил? Ранг 737 мировой. Я все ближе к победе. Так, здесь есть прыжок. Ай. Погоди, погоди, я даже не посмотрел. А я могу ходить. А как крутить? А, во. А почему УЦ в виде кентавра какого-то, я не понял. В чем прикол? Ну ладно, окей, прошел, прошел. Ого. Я скибиди унитазом стал. Спускай. Скибиди оп-оп-оп. Скибиди оп-оп-оп-оп-оп. Скибиди. Что происходит? Много скибиди унитазов. Так, погоди, здесь надо настроить управление, видимо. Да. А, вон надо к цветку бежать. О, господи, скибиди унитаза, они гонятся за мной. Ай, поймали. А, они со всех сторон гонятся за мной. Тогда бежим. Бежим к цветку. Попрыгивая, как говорится. Я не буду оборачиваться и смотреть. Они меня хотят убить. Нам в дырочку надо попасть. Цветок! Спаси! О, все.
Восьмая ночь. Ё-моё, ты кто такой? Цветок! Меня опять маяк укусил. Ретрай. Так. Ого. То есть нужно было успеть пролистать, что ли? Я бы еще понимал, что происходит, был бы вообще зашибок. Так, меня кто-то изнасиловал тут, пока я... Странно. Что-то меня занизили как-то. Давай подпрыгнем. А, я не могу пользоваться компьютером. А, не могу. Ты что такое? Здесь нужно под правильным углом посмотреть, да? О, летающие маячки. Витя, беги от маячков. Ага, маячки хотят моей смерти. Витя, беги. Беги. О, боже мой. Тут надо прыгать. Маяки хотят моей смерти. Беги. Куда тут? Правее берем. Там тоже маяки стоят. Они же меня пропустят. Пропустили. Я убежал от маяков. Боже, какая жесть. Как ты додумался такое сделать? Что это за бред? О боже. Давай еще один. ВПВП Friends. Что это такое? Ё-моё. Тут еще 9 уровней. Че ты их клепаешь-то один за другим? Что надо делать? Так, а что такое? Типа Витёк и Цветок. Что, не запрыгивает? Во. А, нет, как ты мог убить Витька своим кубиком? Прикинь, я умный, я догадался. Так, а следующий уровень со Стасом должен быть. Погоди, а что было со Стасом-то? Мостик. О, Стас. А, нас теперь трое. Стас! Ура! Мы нашли Стаса. Он очень странно выглядит, конечно. Самая прямоугольная акула в мире. Давай Цветка туда засунем. А, стоп, тут, наверное, нужно этажерку построить. Я не запрыгну, скорее всего. Точняк. Ну, наклепал. А, можно было с левой просто запрыгнуть, смотри. И... Эть. Погоди. Вот так вот можно было сделать. И не париться вообще с этажерками с вашими. Вот вам камешек. Тогда Стаса здесь оставим. А зачем нам камушек был? А зачем нужен вообще камушек? Погоди. Если тут без камушка все проходит. Зачем ты добавил камень? Признавайся. Я вот это не понял сейчас. Чтобы меня смутить, что ли? У тебя получилось. Ну, это прикольно. Понятно, но... Окей. Потом мы другие уровни не посмотрим. Я играл там про маяки. Так, хорошо. Так, как вернуться? Нам нужен новый поиск. Давай все-таки по тегу ВПВП будем искать. Чат, как вам вообще то, что происходит? Интересно, нет?
Фига себе. Баги для ВП-ВП? Что за баги? Супер спидбэк. О-о-о! Бук. Ха-ха-ха. Я на финише. Лаг машин, бэч. Боже мой, что ты понарисовал тут? Воу! Понадел каких-то странных уровней. Так, это мы видели. Так, этот стрелять надо. Вот это что такое интересно? ВПВПВ. Следующий уровень. А, это длинный витек получается, да? Так, а как это пройти? Или что это? А, нет, это не длинный витек. Не понял. А, это витек, которому нужно вовремя придавать направление. О! Я потрогал стенку. Типа змейка, да? А, я думал, это есть надо. Это надо обходить просто. А почему это витек-то? Он даже не в бандане. Очень странно. ВПВП Ротикс. А, типа поверни правильно, чтобы найти УЦ. Прикольно, прикольно. Так, ну глаза-то у него. А... О! Почти? Ну почти же. Во. Странные глаза. А тут еще несколько уровней. А это что? А это моя физиономия. Это рот. Ага, классно. Это ты, Витя, пишут. Так, похоже, отдел опять цветок. Темный УЦ. Во. Собрал темного УЦ. А это Стас. Оп. Что-то такое было. Боже, это рот. Я думаю, что это такое? Это рот. Маяк. Ну, это понятно. Здесь вот свет в одном месте должен собраться. Идеально. Фух. Ва. НЛО. Сколько у тебя тут уровней? Baby in Yellow. Окей, давай. А, кстати, когда смотришь превьюшечку, намного легче собирать потом. Ты понимаешь, что должно получиться, и к этому идешь. Быстро получается. А когда ты не знаешь, как это выглядит? Кот Сибас. Непонятно, правда, что это... Удочка вверх ногами, ё-моё. Прикольно. Вроде как здесь какие-то новые уровни доделали, нет? Съешь маяк. Витёк ешь. Витёк ешь 2. Фига себе, размер маяка. Зацените. Отгрызаем валуны. А, там был Витёк. Зачем ты Витька туда замуровал? Хитрюган, а? Вот так вот. Ну, нет, гад, блин, такой большой рот. Невозможно все это... Невозможно устоять и не съесть такого сладенького Витька. Вот это жрём, там Витёк упал, хорошо. Вот это все поджираем. Еее! Такое ротище, жесть.
Урони его кирпич. Не понял. А что еще надо сделать? Ага. Так, нужно правильных витьков съесть, я понял, тех, которые не шевелятся. Ага. Изи. Так, длинного Витю мы играли в прошлый раз. Так, ВПВП Battle. Какая-то битва. Опять хайпер зафигарил. Фу. Так. А это что такое? Денежка? Че, я еще не победил? Управление, конечно, жесть. Типа суперход, что ли? Когда я двигаюсь, они тоже двигаются? Или как это работает? А это что за красненькие штучки? Эти игры хуже туалетов и мобильной дресни. Возрадуемся. Да сколько здесь уровней? Ой, их тут много. Витя, утоя. В общем, хайпер захватил вообще весь хэштег ВПВП. Я играю, и все время уровни от него появляются. Как-то так. Зато, говорит, от знакомого человека. Ну да, получается как-то так. Зато от знакомого человека. Ну ладно, вроде насмотрелись. Я думаю, все-таки надо пойти что-нибудь поквестить. Сколько можно одно и то. А, помните, я обещал, что я вот эту вот игру про прогресс-бар, я пройду уровень на телефоне. Я прошел уровень на телефоне, случайно еще следующий прошел, поэтому давай с него начнем. Что тут было, я забыл. А, это как бы змейка. Все, давай дальше поехали. А, сначала я вырастил полоску, а потом выращиваю, собственно, прогресс-бар. А, еще одна. А. Фух, очень долгий уровень. Так, видимо, я должен восстановить полосочку. Фух, засчитала. Лодинг. Так. Что происходит? Типа, сколько выпадает на костях, настолько и загрузка продвигается, или что? Что за фигня? Ого. О, надо все разобрать. А там будет прогресс-бар, наверное. Ага, вон он. Завалило. Сейчас что-то будет. Ага. Окей. Там квадрат, что ли, какой-то? Ха. Ладно, жмякаем. Фух.
Как из тебя стрелять? Нужно трясти телефон? А мне что, монитор трясти? Трясти монитор? Нормально, почти сработало, ребят. Потряси эмулятор. Ну, елки-палки, опять придется перерыв тогда делать. Буду телефон отдельно трясти. Но там чуть-чуть осталось. Ну ладно. Почти прошел. Так, здесь я все играл. Ву, какой-то скелетик, сердечко. Где сердечко? Так, я сломал все пиксели. А, это как раз это то, что вращать надо. И ты, вот, это то, что делал Хайпер. Типа вращаешь и получаешь. Сердечко, потому что первый уровень это сердечко. Типа кинжал. Первый сначала. Ну, Хайпер сложнее намного были штукенцы, согласитесь. Картина. Картина Репина. А где тут прямоугольник-то у вас хоть какой-нибудь? Она еще и висит. Я думаю, что за три штуки такие непонятные. Окей, ладно, в этом мы сегодня наигрались уже. Ой, как тут здесь много. Тут их аж 40 штук. Скелетик. Уничтожь все цветные блоки мячиком правильного цвета. А, налево-направо. Очень странно. Так, можно раскраситься. Какой-то арканоид с элементами квестинга. Я даже не понял, почему мячик двигается сам постоянно. Тут главное на красный не сесть, да? А теперь можно на красный сесть. Очень странные уровни. Блин, попробую выловить свой цвет. Да. Такое. Ладно. Это я потом оставлю себе, не знаю, в телефоне поиграть. 20 уровней. Так, хорошо, здесь кончилось. Что там? Опять человек. А почему это человечек? Я не понимаю, почему именно так нарисовали? Слушай, здесь вообще вот эти игры, которые я не видел. Самолетик. Тэпы, чтобы стрелять в аниме дронов. Нужно вовремя, да, тэпать? А, тут еще просто так нельзя тэпать. Жестко. Есть 25. А, все. Ну, я прошел. Я прошел. Молодец. Молодец. Просто прошел. Это челлендж, оказывается, такой уровень. Прикольно, мне понравилось. Сильно. Мощно, стильно, молодежно. Так, а это что такое? Connect all channels. О, ну я так и думал, что что-то такое должно быть. Типа нужно все повернуть так, чтобы все соединилось. И типа с каждым разом они все больше и больше будут. Да? Нет, пока почему-то одинаковые. А что, это сложно, что ли?
Пока они одинаковые, это совершенно несложно. А можно увеличить? О, посередине появилось. Так. А можно 4 на 4, пожалуйста, завести? О, здесь тупичок получается. А, нет. Тогда вот это все. Так, во. Вот какое-то разнообразие пошло. Конечно, все пока одно и то же, но... Потихоньку, помаленьку. Посередине какой-то... Дрын длинный. Так, это в любом случае сюда. Тогда погоди. Вот это вот здесь не так. А вот это вот так. Во. Во. Ого. Вообще не могу двигать. Я не могу подвинуть вверх-вниз. А я могу уменьшить. Так. Вот это уже интереснее. Какое-то бульканье на фоне. $775 мне надо заработать. А это что за штука? Так, эту собрали. А потом их будет все больше и больше генерироваться, да? Так, это наверх явно, это направо. Это вертикально, это эти соединяй. А, здесь уголок. Тогда это вот сюда, а ты сюда. Это вот так, а здесь зацикловочка должна быть. Ну, забавная игруха, но пока ничего сложного нет. 30 уровней более-менее однотипных получается. Во, погоди, что-то знакомое. Это что у нас было? Давно я в чувака с этого не играл. Сколько там? Там уже 100 уровней, нифига себе. А ты что за рожа? Блек? Помоги этому слайму сбежать из лаборатории. 9 уровней. 9 уровней, 25 звезд дают. Ой. Блёбик. Прикольный. А, это был выход. Сразу 2 звезды дают. Я блёбик. Я сбегаю из лаборатории. Я классный. Ура, я могу открыть следующий уровень. Наконец-то. Очень странная физика у Блёбика. У него еще лицо вылетает за пределы. Периодически. Но, знаете, вся игра такая, вся квадратная-квадратная, а тут такой пруглый блёб. Я, конечно, понимаю, что он сделан из квадратиков тоже, но прикольно. Так, ладно, я, в принципе, добил до места, где я теперь могу открывать следующий мир. 24 часа, нифига себе. Ну и пусть открывается. Что там по времени? А, еще есть чуть-чуть времени, совсем чуть-чуть. Тогда чуть-чуть батла возьмем. Какой мы батл будем играть, чат? Давайте, пишите. Но я смотрю, большинство за джип. Судя по всему. Но джип у меня самый прокачанный. Давай. Протопкэт какой-то против меня. Поехали, бахнем за джип. Смотри, какой у меня крутой джип. Вум-вум-вум-вум. Ну, вам, конечно, не видно, но я это чувствую. Далее, как колеса прям крутят. Видали, какой крутой джип? Слишком разогнался. Еще не ту кнопку нажал, начал что-то на тормоз давить, хотя надо было на газ давить, чтобы он вперед крутился.
Ладно. Тише едешь, дальше будешь. Знаете такую поговорку? Какого-то протопкета будем побеждать сейчас. Так, треугольник взят. Так, опа. Так, еще один треугольник. Это изи треугольник. Так, хороший треугольник, притормозил. Все, я прошел. Ух, блин, тут ямы-то понастроили. Сейчас бабла подниму. Как эта вода сюда забралась? Какой-то канал, что ли, тут построили? Хорош, на такую гору забрался. О нет, опять куб какой-то. Я... Как вот это проходить, я вообще не знаю. 350, ребят. 350 наструячил. Победа. Так, и что еще вы хотели? Печеньку? Или тетрис? Я тут, прикиньте, один тетрис 19 уровня победил. Это просто жесть была. Я там построил этажерку 22 этажа. Тетрис, тетрис, кричат. Ну давай тетрис максимальный возьмем, попробуй. Алмаз какой-то против меня. Ой, не люблю зеток начинать с этих. Они коряво становятся, и вот что ты с ней теперь сделаешь? Ну, так этим, да, это было очевидно. Неправильный старт. Вот квадраты — это хорошо. Они так хорошо ложатся друг на друга прям. Эй-эй-эй-эй. Упустил. Не успели. Ё-моё, опять она. Ну, о, ладно. Ты что, прикалываешься, игра? Я боюсь, я стою, ее бы не поставил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не-не-нет, никуда ты поехала? На санках. Последний шанс, ребят. Блин, надо что-нибудь прокачать. 54 у меня есть. Что я могу прокачать? Меньше отпрыгивать пусть. Пусть меньше прыгать будет. Поехали. Ты издеваешься надо мной, игра? Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стоять. Все, прошел. Ай. Давай за деньгами сходим. Хотя... Жалко. Ну ладно, прошел. Девятнашку накидал. Че творит, говорит, че творит? Побеждаю в Тетрисе. И снова Майнкрафт открыл. Давай каждого по одному, а? Давай попробуем 85-ю стенку закрыть. Ну это кабук какой-то или кавик. Как хрен его знает. Так. Ну, пока изи. Там, где монетка едет в стенке, там точно проход есть. Оп. А где, где, где? Направо, направо. Единственное окно было. Вот здесь прыгать надо. А я читер. Я перепрыгнул просто. Ой, 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 ой. Ну не успел тупо. Тупо не успел, это нечестно. Мне скорости не хватает. У меня есть возможность скорость купить? 80 нужно, чтобы купить скорость. Нет. О,
Ой, очко появилось. Успел. Вот некоторые стенки легкие, там несколько проходов сразу, а некоторые стенки прям жестко. Одно место где-то есть в проход. Попробуй его найди. Вот, а, ну хотя бы денежку взял. Last chance. Последний шанс. Можно было и остаться на месте. Прыгаю. Оп, в окошко. Так, стоим. Ух, на тоненького прям. А где слева? Фу, блин, поздно увидел. Не получил. Но говорю, стенка как повезет, как глаза работают. Иногда, блин, стенку смотришь и не видишь нифига. Она это одна где-то в углу спряталась. Тетрис, кричат. Да какой Тетрис? Пошли печеньки завалим. Баттл. Смотри, какие у меня быстрые пули уже. В общем, синенькое это ускорение стрельбы, а зелененькое это усиление стрельбы. Если вы не помните, я вам напомню. Гаси, денег выпало. Опа, ускорение. А еще вот эти кристаллики нужно ловить. Деньги не нужно ловить, они сами как бы падают и лежат, а вот кристаллики надо ловить. Иначе они проходят сквозь землю. Нам бы зелененькую. Опа, красненькая. Красненькая — это мегалазер, который насквозь пробивает. Вот отсюда зелененькую дай. Хорош. Идеалити. И красненькая. Ой-ой-ой-ой-ой. Жестко. И синенькую еще. И красненькая. Ай. Неудачно разбил немножко мне. Но я уже прошел. Еще зелененькая. В общем, вот эти вот большие печенюхи надо разбивать на крыше, наверху. Иначе они начинают очень слабо прыгать, и ты такой остаешься с ни с чем. А! Раздавило меня. 735. Неплохо. Неплохо. 201 корона. Я снова чуть-чуть подвинулся вперед до Майнкрафта. Ну, клево, клево. Витя мощь. Нет, монеты пропадают через время, а вот кристаллы нужно хватать сразу, а то они пролетают сквозь пол. Ну что, давай еще одну этажерочку возведем. Вам больше всего Тетрис нравится, мне кажется. Упс. Стоять. Устояла. Ой-ой-ой-ой, что творю? Стоять! Ноу! Ноу! Начало хорошее было. Так, вот это плохое начало. Надо попробовать вот так вот сделать. Ага. Усилить эту конструкцию и ставить уже здесь. Вот кубы один на другой грузить — это одно удовольствие. Спасибо игре за кубы. О, ну чё я так рано тормознул-то? Жесть. Но я уже прошел, это уже комплит, как видите. Эти вот непонятные зюки, крюки. Эй, стоять. О, палка. Перекрутил чуть-чуть, но... 21 очко. Падаем. Нет, мы еще живы. Давай уроним все это дело налево. Вот я за деньгами просто прыгнул. 23, ребят. Но это мой рекорд, кстати. 23 воткнуть — это мой рекорд. Хорош. Вот это да, кричат. Туземский застройщик. Ну, типа того. А что, давай еще стеночку. Блин, я люблю эти батлы. Здесь хотя бы какой-то ажиотаж. Ты можешь куда-то подняться, опуститься, выиграть, проиграть. Она не просто вот... Раз и прошел, да.
Ух, там пятерочка едет в дырочке. За это и не успел. Куда? С налево, налево. Ну, ну бас, я побежал за деньгами. Всегда говорил себе, не беги за деньгами, беги за выигрышем. Так. Такое окошко специально для меня вырезали. Десюнчик, нифига себе, десюнчиков еще ни разу не видел. Пятаки были, десюнчиков не видел. А зачем я опять за деньгами побежал? Ну бас! А, ну бас! Ёлки-пал, ну я ж продажный капибар и прочее, 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 вы же знаете меня. Тут можно было просто перепрыгнуть. Как и здесь. Так, нам вот сюда. Пятерку упустил. Ну ладно. Прикольно, денежка показывает, где проход. Всегда ориентируйтесь на это. Так. Ой, ой, ой. Ой, нормально. Куда? На меня бабло опустилось. Вижу, вижу дырку. Вижу дырку. Все, прошел. 80, ребят. Е-е-е. Давай, Витя, рекорд. Сотка. Пацаны, Витек сотку взял. Так. Промазал мимо денежки. Мимо монеты, мимо, блин, очков. Налево, налево. Успел. А где я? А, справа в дырке. 140 настучал. Ну, это тоже мой рекорд. Ну, ты посмотри, чем больше играю, тем круче становлюсь. Ну, эти вообще две изичные, вы же понимаете, я их пройду легко. Ну, чё, хорошо. Хорош. Вот это магёж, говорят. Это я еще без прокачки, там мне еще кристаллов не накидали. Сейчас кристаллов накидаю, вообще пулей буду там метаться. Давай, говорит, еще один ВПВП. Да ладно, давай успокоимся. На этом пока успокоимся. Такая серия обзорно-проходная получилась. Но мне все равно понравилось. Что ж, это был Фанкей. Надеюсь, вы все еще тащитесь от игры, хотя бы в моем исполнении. Ну, а я отодвигаюсь, как говорится, от экрана и ухожу вдаль. Лайки ставьте, в описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте, на телегу. Ну, а из телеги в любом случае куда угодно можно пойти. Пока. Тут обновился уровень, кстати, наверное, да? Earn Gems. Retry. Пятнадцать уровней пройти. Чё за retry? Drag to move. Pass the obstacles and reach the finish. А, финиш наверху. Я бы не сказал, что она быстро ездит, вот эта точечка. Она довольно не спеша это делает. А эти челики вообще меня не трогали. Ого. Просто взял, проехал. Ух ты, ух ты. Ух ты, пух ты. Ну, в таких уровнях лучше около стеночки ехать. Только главное, стеночка, чтобы тебя не убила. Гад поймал.
А финиш спереди. То есть посередине. Это легкая была. Они слишком медленно крутились. Блин, неудобно. Мне кажется, что я управление. Мне кажется, что. Ёлки-палки, я даже не знаю, как это объяснить. А, надо пройти. А здесь вот здесь пройти. Мне кажется, что я точкой управляю. Я управляю с тачпэда, грубо говоря, да? Это не очень удобно, когда тачпэд где-то у тебя там. Ну, на мышке это неудобно. То есть, понятно, это удобно, когда ты играешь пальцем. Ай-ай-ай-ай-ай! Ёшкин-кошкин. Так, тихо. Тихо. Эй! Да кофе! Ну это я на пальце буду играть. Ребят, это нереально пройти так на мышке. Это жесть. Ну на мышке это просто неудобно. Во, я буду вот на этом играть. Во, вот так намного удобнее, кстати. Все, вот так прям изи. Видите, читер, говорят, на клаве играет, да. Ладно, тут проезд просто. Так, это какой же уровень? Сколько осталось? А, меня съесть хотят. А, догони мне кирпич. Так, в принципе, окей. А это что такое? А, это чекпоинт, типа? Капец, я чекпоинт открыл. Надо же, разраб догадался до чекпоинтов. Видать, последний остался. Чего у него? Типа. Ай! Можно же просто по кругу по одному. Да. Затрахали. Я думаю, сейчас проеду. Слушай, у них больше радиус укола, нежели нарисованные. Ну, сейчас пройду. Слушай, ну... Думал, сейчас прорвусь. Нет. Пустите. Мне к финишу надо, черти. Круглые. Все. А нет, не все. Ого. Все, победил. Собрал все. Все, что только можно, собрал. Че, вот тут смотри, то есть если стрик сделать,
то 25 джемов. То есть мне еще 2 дня, мне 25 гемов дадут. Если еще на харде 10 пройдешь, дадут еще 50 гемов. Ну тут просто 100 уровней надо. Это 100 гемов, это миллион лет еще. Это господи, это долго еще. Это 100 дней еще. 82 дня еще. Купи монеты за 10 кристаллов. Куплю обязательно, ребят. Все, ладно. Дай-ка еще раз проверю. Нету. Ну я уже попрощался, так что.